смерти на картины, словно папины шалины. Все возьми, укороти, получишь шортики. 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 Анекдоты на ногах. Серега, а что тебе батя сказал, когда ты его айфон разбил? Ругательство пропустить? Конечно. Тогда ничего. Алло. Алло. Скажи, папа дома? Да, но он очень занят. А мама дома? Очень-очень занята. А еще кто-нибудь дома есть? Дяденьки, полицейские и пожарные. Ну, позови тогда хотя бы их. Не могу, они тоже очень-очень заняты. Господи, да чем же они все так заняты? Алло? Они ищут меня, да найти не могут. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона сгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. И на приветливые лисицы на слова ворона каркнула во всё воронье горло. Сыр выпал, с ним была путовка такова. Ну и что ты поняла? В чём смысл этой басни? Свобода слова чревата потерей бесплатного куска сыра. Когда берете котенка, учтите, что хорошенький маленький пушистый комочек – это максимум на полгода. А дальше – наглая зажатая морда. Кот пробежал по клавиатуре, и я неожиданно подключился к финансовой системе известнейшего банка. Но пока я думал, что буду делать со свалившимся богатством, этот гад пробежал обратно. По поведению моего кота можно сказать, что это я у него живу. И судя по его угрюмому взгляду, мне уже пора съезжать. Планы на неделю. Первое – купить кота. Второе – назвать его Брысь. И третье – ломать психику людям криком «Брысь, иди сюда!». Разбирая старые вещи в шкафу, можно найти много хорошего. И 5 раз кота. Прежде чем что-то сделать, я всегда спрашиваю себя – а как бы на моем месте поступил мой кот? В итоге я или ем, или иду спать. Ходишь по квартире, болтаешь сама с собой или зеркалом, песни орешь, когда красишься. И тут твой кот смотрит на тебя, как на идиотку, аж не по себе становится. Захотелось внимания, любви, ласки. Не покорми кота. Когда кошка трется о ваши ноги, не льстите себе. Точно такие же отношения у нее с мусорным ведром. Кошка – это тот случай, когда усы женщины не портят. Мрняу. We'll be right back.
Любка всего-навсего сказал привет, а Любка уже мысленно сыграла с ним свадьбу и родила ему 3 детей. С моей девушкой жить очень интересно, потому что каждый закидон – это новое направление к психиатрии. Слушай, а ты бегаешь по утрам? Да, по квартирам с криками «Где мой портфель?». Спорт не для меня. Вчера, играя в шахматы, я вывихнула себе запястье, резко сделав ход конем. Так, значит, Анюта Фасюкина. Длина крокодила от головы до хвоста 5 метров, от хвоста до головы 7. Анечка, ну подумай своей головой, ну разве такое бывает? Венера Марсовна, конечно, бывает. Вот с понедельника до среды 2 дня, а со среды до понедельника 5. Вовочка, скажи мне, пожалуйста, вот что тебе известно о Чехове и Пушкине? Пушкин – это такой город, да. Ну, Чехов – это тоже город. Так, а кто же тогда Толстой? А Толстой – это лев. Верочка, кто делал за тебя домашнее задание? Не знаю, Венера Марсовна, я в это время уже спала. Деточки, достаем свои карандашики, достаем свои фломастеры и бумажечки, потому что мы что будем учиться делать? Правильно, мы постараемся с вами нарисовать корову, а Наташечка Петрова постарается не шевелиться. Зиночка, вот расскажи всему классу, как размножаются дождевые черви. Путем деления, Венера Марсовна, путем деления. Так, а поподробнее? Лопатой. Записали? Дальше. И лиса. Как? Извините, Венера Марсовна, можно войти? Ну, заходи. Галя, почему ты все время опаздываешь? Это все из-за лифта. Неужели не работает? Просто там написано только для 4 человек. И всегда приходится ждать, пока еще 3 подойдут.